Столица Верхневолжья принимала первый этап международного фестиваля «Локобол-2013» среди детских футбольных команд. Я надеюсь, что в ваших рядах присутствуют наши будущие звезды футбола. Ведь уже у нас есть традиции, которые уже в наших футбольных клубах профессиональных играют наши воспитанники. И надеюсь, что ваши сегодня в этом строю такие находятся. Любите футбол. Еще раз с праздником. Всем удачи и победы. На искусственном газоне стадиона «Юность» собрались 32 футбольные дружины с разных уголков региона. Ребята в возрасте от 9 до 11 лет приехали из Рамешек, Лихославля, Конаково, Ржева, Кимр, Вышнего Волочка и других населенных пунктов. Тверских коллективов оказалось традиционно больше всех. Организаторы приготовили для мальчишек сюрприз. Перед началом соревнований для подрастающих спортсменов мастер-класс провели профессионалы. Игроки футбольного клуба «Волга» показали пару технических моментов, которые ребята могут в дальнейшем использовать для совершенствования своего мастерства. Футбол – это игра командная. И очень важно в этой игре, когда вы играете, чувствовать только то, что вы играете за себя, а играете за команду. Поэтому занятие футболом, может быть, кто-то из вас станет профессиональным футболистом и делает для себя этот вид спорта смыслом жизни. Кто-то, может быть, пойдет по другой жизненной дорожке. Но еще хочу подчеркнуть, что очень важно, что вы играете в футбол, что вы играете в командный вид спорта. Каждый из вас должен, выходя на поле, понимать, что он играет не за себя, а ту команду, в которую он играет. Поэтому это по жизни, вам уверен, пригодится в любом случае. После мастер-класса на газоне «Юности» закипела игра. Сначала сильнейших выявляли в 7 группах, затем лидеры в круг мерились силами между собой. И после недельных баталий на поле определились победители и призеры. Третье место заняли футболисты Нелидова. Серебро досталось игрокам из Лихославля. А золотые награды завоевала тверская команда с «Дюшор-2002» первая. Вместе с наградами высшей пробы воспитанники Сергея Юренко получили путевку на межрегиональный этап фестиваля «Локобол-2013», который 17-19 июня пройдет в Нижнем Новгороде. Специальными призами были отмечены лучшие игроки. Лучшим вратарем признали Юрия Львова из команды победителей. Лучший защитник Дмитрий Арсеньев играл за вторую сборную с «Дюшор-2002». Лучшим нападающим оказался Даниил Дементьев из Лихославля. На титул лучшего игрока номинировали Данилу Сидоренкова из Нелидова. Локобол 2013 стартовал по всей стране. Уже состоялись отборочные соревнования на местах и определились команды. Они поборются за выход в суперфинал, который состоится в Москве с 1 по 4 августа. В нашем городе традиционно матчи локобола проходили на стадионе «Космос» и собрали под свои знамена сотни мальчишек. В торжественной обстановке были награждены все участники фестиваля. Каждый получил футболку, программку и сертификат участника фестиваля «Локобол». Стоит отметить, что подарки юным футболистам вручал Максим Ермаков. Воспитанник Каменской школы футбола, а ныне выступающий за дубль футбольного клуба «Спартак Москва», который сам когда-то, несколько лет назад, принимал участие в подобном турнире. Главный вдохновитель и организатор фестиваля в нашем городе Евгений Макаричев отметил, что фестиваль с каждым годом набирает популярность, причем не только в нашей стране, но и за рубежом. В этом году проведены были этапы в Болгарии, в Латвии с участием команд иностранных. И шведы, и румыны, и эстонцы, и латвийцы. Очень много-много команд было, принимало участие. Поэтому команда-победительница имеет шанс попасть на суперфинал в город Москва, принять участие в международном фестивале. Это шанс проявить, заявить о себе в таком маленьком возрасте. Самый первый ваш шанс, самые первые ваши шаги в большой футбол. Ну а победители и призеры турнира, помимо кубков и сертификатов, получили еще и замечательные призы. На этот раз подушки с символикой фестиваля, чтобы юные футболисты даже во сне занимались футболом. Ну а команде... Стадион, футбольный мяч для нас стал лучшим другом. Себя по праву он заставил уважать.
Порой бывает не секрет, на поле туго.